Ингушское региональное отделение «Союз машиностроителей России» приняло участие в донорской акции. Это стало возможным благодаря программе массового добровольного донорства крови и ее компонентов в рамках соглашения с Федеральным медико-биологическим агентством России. Репортаж Зелимхана Калоева. Поделиться своей частичкой жизни и спасти чужую. Десятки активистов пришли сдать кровь. Таким образом, члены Ингушского регионального отделения «Союз машиностроителей России» решили внести свою лепту в защиту здоровья жителей региона, в частности, автолюбителей. «Союз машиностроителей России» ходит, ждет, ходит. В последнее время в регионе выросло число ДТП, и эта акция направлена на помощь пострадавшим во время аварии пассажирам и водителям. Кровь нужна для аварийных ситуаций, которые сейчас уже слишком часто происходят. Насколько наша ситуация в республике аварийная, мы знаем, сколько аварий, сколько смертности. И бывает проблемно иногда недостача некоторой группы крови, но в любом случае это... Для меня это стабильно. Каждый гражданин должен считать своим долгом сдавать кровь для республики, для наших граждан. В акции Ингушское региональное отделение «Союз машиностроителей России» принимает участие впервые. Присоединились в рамках программы массового добровольного донорства крови и ее компонентов по соглашению с Федеральным медико-биологическим агентством России. Ключевым итогом акции стало установление партнерских отношений между региональным «Союз МАШ России» и Республиканской станцией переливания крови. Принято решение о проведении таких мероприятий на регулярной основе. В рамках этих соглашений региональное отделение «Союз МАШа» Российской Федерации по субъектам заключает подобные соглашения у себя в субъектах и ежегодно по графику проводят акции по сдаче донорской крови. Вот у нас в республике сегодня проходит первая такая акция. Очень много желающих. И центр по переливанию крови очень доволен. Будем эту работу продолжать и дальше. Это доступный каждому, казалось бы, на первый взгляд, маленький подвиг на самом деле неоценим. Ведь в критический момент кровь может понадобиться в экстренном порядке, а искать ее, как правило, времени не бывает. Банк сегодня пополнился в том числе и редкой кровью. Зелимхан Калоев, Акрамат Досхоев, Новости 24.